В минувшие выходные в спортивном комплексе «Риад» состоялся финальный матч первого открытого кубка имени Валентина Кузьмича Иванова по футзалу. За первое место боролись две команды второй городской лиги «Профессионал» и «Олимп» село Новотарица. С первых минут матча игроки доказали, что хоть сезон и завершается, сил у них еще предостаточно. Первый тайм прошел динамично. Большая часть схватки проходила у ворот команды «Олимп». На перерыв команды уходили со счетом 5-0 в пользу «Профессионала». Сезон заканчивается. Я думаю, что сейчас уже практически, наверное, все подустали. Но к финалу, я думаю, наверное, все-таки здесь больше всего психологическое состояние влияет, чем, например, физическое состояние. Но я думаю, что надеюсь на то, что они сейчас хорошо подошли к финалу. У них есть желание играть в футбол, победить, учиться чему-то, стремиться к высшим достижениям для того, чтобы завоевать какие-то определенные призовые места или же хотя бы что-то выиграть в этом чемпионате. Желания у «Профессионала» действительно было достаточно, ровно как у их соперников. Обе команды сезон отыграли достаточно удачно, участвовали в Кубке города, заняли третье и четвертое место во второй лиге. Составы считают спаянными, а сами команды перспективными. Это мои все воспитанники, я их всех знаю с юношества, как бы с детства. Они, в принципе, практически все занимались 10 лет у меня. То есть я их всех знаю, весь характер, все о них знаю. Мне с ними, в принципе, намного легче, чем другим тренерам из города. Конечно, ругают, когда плохо играют. На будущий сезон занять первое место в этой лиге. И сейчас у нас начинается летний сезон. Там нормально выступить. Удача в матче была на стороне «Профессионала». Второй тайм ничего существенно в расстановке сил не изменил. Итог встречи 7-1. Тренер команды Андрей Власов увиденным остался доволен. На следующий сезон он ставит целью получить путевку в первую лигу. И для таких оптимистичных желаний, отмечают специалисты, есть все основания. У них очень был неплохой сезон, но почему-то в конце они растеряли все свое преимущество, весь очковый багаж, который был создан, так задел. И откатились на третье место. Они, конечно, расстроились, я знаю, но команда очень перспективная, и думаю, в следующем году они своей цели добьются. Это выход в первую лигу. Болельщики любят футзал за динамичную борьбу за мяч, скоростные передачи и множество ярких моментов. Ценителям спорта финальный матч открытого кубка Валентина Иванова продемонстрировал все это. Главный приз достался команде «Профессионал». Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.